Я до сих пор плачу при воспоминании о нем. Да. Правда, немножко любил выпить. Но Дон Педро никогда не притрагивался к спиртным напиткам. Что я стала такие рассеянные? Такие рассеянные? Она любит выпить. Этим надо воспользоваться. Я никак не могу понять. Почему, когда я впервые встретилась с Доном Педро, да, он уверял меня, что не женат? Что? Дон Педро? А вы знаете вообще, что это был за мужчина? Что это был за мужчина? Это был жестокий, коварный деспот. Тиранил жену, детей. Так у вас служан, и дети, да, имеются. Да, штук 6 или 5, я точно не помню сейчас. Я не видела давно своих ангелочков. Они такие маленькие были. А где же теперь ваши ангелочки? Конечно, у папаши своего. У какого папаши? У Дона Педро. Какого? Но ведь Дон Педро умер. Какая неприятность. Какая разница? Налить? Да. Ну, другого Педро. Какая разница? Мало ли в Бразилии.